вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать новый тренд. Ну вот как-то так. Лучше посмотрите мой пример. Нам понадобится приложение Line или TikTok, где мы снимем наши видео, или обычная камера, и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Она есть как и на Android, так и на iPhone. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Нажмем снимать видео и выберем музыку. Я выберу... Посмотрим. Ну, наверное, вот эту. Нажимаем применить. Включаю 2Х. Ставлю телефон на штатив. И я делаю такие движения. Под звук я прыгаю. И наша картинка будет опускаться. А потом я прыгаю наверх. И наша картинка поднимается. Только вначале нам нужно так как-то встать, чтобы и в конце так же само встать. И у нас будет бесконечное видео. Мы должны встать одинаково и в начале, и в конце. Давайте снимем. И теперь сохраним наше видео как частное. Нажимаем продолжить. Кто может видеть, личное, сохранить и опубликовать. А теперь можно приступать к монтажу. Заходим в KineMaster. Нажимаем на плюсик. Выбираем размер 16:9. Мультмедиа. Фото. Фон. И выбираем... любой цвет. Все равно мы его поменяем на нужный нам цвет. Я выбрала белый. Теперь мы нажимаем на цвет и выбираем черный цвет. Ну, наверное, мы сначала поменяем на белый, так чтобы нам было видно. Потому что с черным будет плохо видно наше видео. Теперь нажимаем слой, мультимедиа, все. И добавляем наше видео, которое мы сняли. Вот оно. И теперь обрежем наш фон под наше видео. Ребята, выделяем наш слой, нажимаем обрезка. И теперь обрезаем вот наше видео вот до вот этой вот палочки. Так, чтобы было видно только меня. Ну вот как-то так. А теперь смотрим, хорошо ли видно нашу руку, когда мы прыгаем наверх. Ну вот, сейчас давайте посмотрим. Ну, сейчас довольно хорошо. Ну нет, смотрите, вот, и теперь мы поднимаем. Вот так, а теперь нашу нижнюю поднимаем до наших шорт, чтобы получился, ну, вот такой вот как бы квадратик. Нажмем обрезка, ну и может быть немножко подстроим. Теперь поднимаем наше видео наверх. Теперь нажимаем на ключик, немного подвинем и ставим плюсик. Теперь ищем тот момент, когда я приземляюсь на пол и опустим немного наше видео вниз. Но перед этим мы поставим наш плюсик там, где мы наверху, так, чтобы наше видео так плавно не спускалось вниз. Делаем так с каждым кусочком там, где я прыгаю. А когда я прыгаю наверх, я делаю все то же самое, только поднимаю видео наверх.
Так, здесь у меня немножко выбилось, поэтому мы снова нажимаем на наш слой и на ключик. И снова подстраиваем то, что мы не подстроили. Вот здесь, как я и говорила, чтобы оно плавно не спускалось, мы ставим ключик там, где у нас поднятый экран. Ну вот, будет как-то вот так. Раз. Опа. Я прыгнула, он опустился. Я прыгнула, он опустился. Вот, здесь тоже поднимем. Здесь хорошо получается, здесь тоже. И так сделаем еще с двумя кусочками, а потом наверх. Просто у меня выбило. Давайте посмотрим, что же у нас по камень получается. Так, здесь я не проанимировала наше видео, что наше видео опускается, поэтому сейчас мы проанимируем. Вот здесь опустим ниже. Немного пролистаем вперед, там, где я еще не прыгнула. Начинаю подпрыгивать. И здесь поставим плюсик и поднимем немножко наше видео наверх. А вот здесь уже полностью опускаем вниз. И, конечно, немножко впереди, а поднимем наше видео. Так, чтобы оно было рывками. Также сделаем, когда я прыгаю наверх. Только найдем сейчас нужный момент. Вот где-то здесь. Но перед этим мы поставим плюсик. Дальше немного пройдем. Проведем наш курсор там, где я уже подпрыгнула. Ну вот, где-то здесь. И теперь поднимаем наше видео наверх. Вот и все. Теперь давайте нажмем на галочку и посмотрим, что же у нас получилось. Вау, получилось очень круто. Мне очень нравится. Класс. Вот и все. Вначале я говорила, что можно будет поменять наш фон на любой цвет. Поэтому мы выделяем наш фон, нажимаем цвет и выбираем черный. Теперь нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу, экспорт, пропустить и подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все. Наше видео сохранилось. Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. И смотрим видео второго лайкера. Вау, у тебя нереально круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк! На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег Снежана Снежок и хэштег Хочу видео Снежаны. Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока!